А я вообще могу как школьник устроиться и работать у вас? Да, почему бы и нет? Больше сотни школьников пришли на первую летнюю ярмарку вакансий. Ефим, представитель работодателя «Территория роста», считает, что в IT-сфере не смотрят на возраст и образование. Здесь главное то, что умеет делать потенциальный кандидат. Он предлагает школьникам вакансии от копирайтера до графического дизайнера. Мы считаем, что это достаточно интересные вакансии для школьников, потому что, как вот выяснилось сегодня, достаточно очень много разработчиков, которые что-то допопробовали, но очень на самом деле сильно боятся прийти к нам. Такие, ну, думают, что мы их там прям скушаем и такие серьезный дядя. Нет, на самом деле мы сами, нам самим нужны разработчики, ну и у нас прям их не хватает. Так совпало, что хобби Ефима стало его профессией. Он с 15 лет занимается разработкой программного обеспечения. Признается, что раньше не участвовал в ярмарках вакансий как соискатель, но предлагает не следовать своему примеру другим. Ничего не нужно бояться, надо приходить, собеседоваться, чем больше, тем лучше. Потому что вы получаете обратную связь от специалистов, которые скажут, ну вот, допустим, в данном аспекте у тебя не хватает знаний, подучись. Или, допустим, их не хватает, но мы тебя возьмем, мы тебе еще объясним. То есть не надо бояться, надо пробовать. Кроме айтишников, свои вакансии представили еще два работодателя. Ребят, желающих найти работу на лето, было немало. Среди них и Денис. Юноша готов и листовки раздавать, и грузчиком поработать. Я планирую этим летом не гонять балду, а саморазвиваться, ну и заработать. Чтобы не стоять в очереди, подростки могли пройти профориентирование со специалистом. Этой услугой школьник и воспользовался. Для тех, кто не знает, какую работу выбрать, тут проходит профориентацию. Тут дается список тестов, и, например, есть вот, который я сейчас прохожу, опросник Голланда. Тут он, ну, выбирает профессии из двух, и ты выбираешь, какое тебе понравилось. Потом, в конце, какое направление для себя. Инженерное, там, IT. Многие школьники решили, как и Денис, заработать свои карманные деньги, но сделали это заранее. С ними уже заключены договоры, и они приступают к работе. Ежегодно мы заключаем договоры на организацию временной занятости подростков. В этом году у нас уже заключено 7 договоров на трудоустройство 200 детей. Эти дети уже знают о своих рабочих местах. Работодатели с ними провели собеседование, то есть дети с 1 июня приступают на работу. Тем ребятам, которым не нашлось подходящих вакансий на этой ярмарке, предложили заполнить анкеты. Как только появится работа, с ними оперативно свяжутся специалисты центра занятости. В течение лета у нас еще будут работодатели, которые желают трудоустроить подростков. И поэтому мы собираем информацию о них, чтобы представить сразу при обращении работодателя. У нас была база подростков, желающих трудоустроиться. В 2020 году по направлению службы занятости в Альметьевске трудоустроили 195 подростков. В 2021 году 245. На 2 июня этого года заключено 7 договоров на временную занятость 200 подростков с июня по август. Катерина Машенцева, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.